Здорово, Империя! Микрофон Артём, это канал Snowworm TV. У нас очередная новая игрушка, доступная альфа-версия в Стиме. Судя по роликам, это какой-то шутер, где ваша задача спасти водителя вертолета, либо какой-то, видимо, забрать какой-то кейс с разбитого вертолета. И она, я так понял, мультиплеерная. И задача эта стоит не только у вас, но и у команды противников. Есть хост, есть джойн. Можно куда-то присоединиться, да? Я даже не знаю. Давайте пробовать. Что-то я куда-то залез. Сейчас посмотрим. Бабан, I'm coming for you. I'm coming for you, Бабан. I got my revenge last time, I don't care. Yeah, I know. You owned me pretty fast. Вот, команды по 4 человека получается. Подожди. Да, I don't know. А можно я отключу импат? Токсик? Токсик? Ready up. Как отключить? That's a very large unbalanced team in this lobby. А, я могу убавить, наверное, их. Да, я их убавил, нормально. Короче, вот, тут много отрядов. Получается даже не по 4, а по человек по 6, по 7, да, в отряде. Но эта игрушка такая, знаете, видимо, на тактику завязанная. Взаимодействие с командой. Сейчас посмотрим. Ну, людей много играет в нее. Нортвуд. Близзард. Снаряжение нам не дают, да? 1-2. Меня убили, кстати. Так, давайте ливанем. Но я успел кого-то убить, пока меня убили. Вот, и да, на 32 человека, короче. Давайте присоединимся. Не дают выбрать снаряжение. Я опять сюда присоединился, понятно. Так, давайте я сначала, знаете, что хотел посмотреть? Сенсуа слишком большая. Прям сенса очень большая в игре. А микрофон здесь постоянно работает, что ли, я не понимаю? Надо, короче, тыкать, получается, не вот этот, а это уже готовый, а тыкать лобби. Вот здесь лобби, видите? Да, вот я в лобби подсоединился. Но судя по нижним этим, я не вижу, чтобы кто-то разговаривал. Ready нажать надо. Пинг большой, конечно. У чувака вообще 4 пинг. Я могу их, конечно, прибавить. Чуть-чуть, да? Если хотите. Окей. Так вот. The Bratislavian crew does not need help. Кто-то что-то там про Словакию. Не дают, конечно, снаряжение выбрать. Не вижу такой функции. Нету. Хотя. Надо было, конечно, потыкать. Ну ладно, сейчас разберемся. Если меня опять сейчас не грохнут. Ой. Да это не продумано. Заставка еще не прошла. А, вот, значит, другое оружие. 1, 2, 3. Четверо нас. Вот, нормально сейчас.
Вот GPS, короче, по GPS нам нужно точку, вон, видите, сбитого самолета, вертолета там. Выдвигаемся отрядом. 4 человек. Можно присесть. Можно переключать оружие, стрельба. Ну, одиночной, либо очередью. И, в принципе, больше никакого такого прям... Вот туда надо бежать. Разнообразия нету. Зато ноги видно. Оружие неплохо выглядит. Наши вон побежали. Это, кстати, непонятно, наши это или не наши солдаты. Хотя, наверное, наши. Очень медленно бегает. Выносливости, кстати, нету. Есть рация, я так понял, у нас. Мы можем по рации говорить. Только где эта рация? Вот, они на карте показаны красными точками. Есть пистолет. Есть автомат. Это понял, задай. Они по... Вот по рации они говорят, я только не слушаю их. И пока не понимаю я, кто из нас свой, а кто чужой. А, вот у них красные эти бирки, да, на спине? Куда он залазит? Это свои. Блин, ну так-то вообще особо не этот. Сейчас мы глянем, как выглядят противники. Обозначений вообще никакого нету. Мы движемся по лесу. Вооружение еще, кстати, выбрать нельзя, это тоже. Тут есть, кстати, ночные миссии, дневные миссии, миссии с дождем, ну, судя по роликам, которые я видел. Лесочек неплохой. Странно, в лобби я их слышал, а рацию... Если... Тут стреляет. Ложиться, кстати, в игре нельзя. Что, в принципе, не очень, да? Ну, все-таки как бы в военном шутере. И, по идее, мы должны ложиться. Вот непонятно, свои-то. Ну, видимо, свои. Кто-то стреляет. Нам нужно найти вертолет.
Я хрен знает, кого он убил. Представляешь, он сейчас развернется и убьет меня. Очень управление странное. Иногда почему-то не ходит влево-вправо. Кого убили, хрен поймешь. За что убили, тоже непонятно. Ведь самолет пока не вижу. Кустарники, конечно. Мне кажется, он свое завалил. Я в трубу залезу. Вон вертолет. Вылезти нельзя, прикинь, с трубы. Вот непонятно, свой это, чужой прибежал. Ну, красный у него на спине, значит, свой. Я просто не вижу, как враги выглядят. Хоть бы одного увидеть. Ах ты! За этим сидел. Вот и непонятно, меня свой убил, чужой убил. А у нас один остался, походу, чувак. Просто боишься в один момент своего убить, а в другой момент, как бы, ну, фиг его знает, свой это. Это, конечно, прикольно, что нет какого-то помечания, ну, этого, да, обозначения, что это свой, там какая-то надпись на нем, там и подобных вещей. Так, ладно, давайте еще раз. Смотрите, можно... А, ночное видение есть. Tactical Ping P. Давайте вот это поставим кнопку. Капслог говорит, кстати. Viewpoint. Эквип пистолет, экип оружия, флешлайт.
Тут нужно, видите, выбрать. Откройте Windows, поставьте. А забрали, кстати, уже. Походу забрали. Так, ладно, еще раз давайте пробовать. Нам нужно лобби, потому что вот есть 32 человека. Нам нужно лобби, потому что лобби это не начатая игра. А вот это уже начатые игры. Рекомендуется микрофон, вот написано. Германия, кстати. Вот лобби на... Ну-ка еще раз. Я могу, в принципе, сам захостить, но... Оно мне не надо. Бубликовский. Лобби... Мы, кстати, в Бубликовском уже лобби, по-моему, были. Комьюнити. Операция лог. Matching setting. Нет, оружие все-таки нельзя выбрать. Это что-то со стримерами связанное. Вот у них, видите, обозначения желтые, красные, синие, зеленые. По сути, у них должны быть нашивки сзади такие же. Я могу свапнуться на зеленого. Yo, what's going on, brother? You got a mic now? What? If you got a mic now, we can start this up with a little three man. You're out. You're cool with that? I don't stand. You guys want to play just 1v1s? Play it out? Or wait for some more people to join? I'm going to have this open for a while today. Oh, here we go. Yeah, let's get it, boys. Hey, if you're in, if you have a mic, use your mic, please. Man, I'm speak. Use cap locks to talk. Hello? I'm voice? Yo, what's up, Juicy Fruit? Are you in my Discord? Prada. Hello. No, I'm not. Alright, there's a Juicy Fruit in my Discord, so I was just curious. А, нет, значит, меня не слышно, хорошо. Nah, it's not me. Он потому что говорит. We can get split up and have 2v2 teams and just get a one little game. Мне кажется, микрофон еще должен появляться внизу, когда я говорю. Yeah, whatever. Ну, такая забавная игрушка, кстати, берите на вооружение, там, ну, доступная она, можно будет в нее зайти играть. Получается 1, 2, 3, 4, 5 человек в команде. Очень американцев много, ни одного русского, кстати, нету. Dude, но у меня, видимо, не настроен этот микрофон. Yo, в этой игре. Yeah, cool. All right, hey, does anybody want to go to blue? Ruha, go to blue. Or Yuko. Yeah, good shit. Are you guys all ready to rock? Ну, типа нас трое, yeah, и чуваков четверо. Everybody toggle ready. Ух, остался пинг 0. Жалко, не дает выбрать оружие, потому что можно было взять снайпера какого-нибудь, да? Зато интересное. Посылают типа 4 отряда, чтобы спасти и там достать черный ящик, я так понял, надо достать у водителя вертолета разбитого. И доставить его на какую-то, видимо, точку, где тебя заберет вертолет. И при этом, ну, не сдохнуть. Малого Дистрикт. Пати Клауд. Ноябрь 4-го 2024 года. Tigers, this is Talk. Mission is to recover a notebook from a downed bird. Crash site coordinates on your GPS. Out. Вот у нас, видите, Тайгер, у нас все зеленые эти.
Очень похоже на что-то типа страйкбольного отряда. Дрон, кстати. Оп! Сука, разбился. Блин, он как прицеливается, тоже ставится в стойку. Ладно, погнали. Все, кто спереди, это не наши. Все, кто сзади, наши. Будем так считать. Но дроны я жалко, конечно, разбил. Можно было... А на П, по-моему, можно? А, я же поменял. А я... Hello? Я же забыл, что я кнопки сменил. Бля, как здесь вылезти, слезть? Hello, hello? Hello, hello? Can you hear me, over? Yes. Okay, thank you, over. Они за мной идут. Вот когда я бегу вперед, я не могу почему-то иногда сместиться влево или вправо. А где они? Такое ощущение, что если я буду говорить, меня кто-нибудь услышит. На самом деле нет, потому что микрофон включается на кнопку. Пока не слышу ни выстрелов. Нет, слышу выстрелы. Да, вот еще вот это... А, нет, может зацепиться, кстати. Вот не везде получается цепануться. Стреляет прям здесь где-то. Это мои? Наверное, да. Можно, конечно, забраться на какой-то этот. Очень сенса здесь высокая. Кто-то бежит. Кто-то здесь бегает. Они-то стреляют. Я в какой-то комнате. В квартире. У нас здесь рядом.
Не всегда получается вылезти. Не всегда он зацепляется. Ну, лес здесь, конечно, прям вообще. Где-то вот за этой стеной, походу, кто-то есть. Ты свой? It's okay? Вот в эту сторону надо. Блин, звуки интересные. По земле одни, по гравийке другие. В этом лесу стреляют. Кусты здесь, конечно, очень прикольно сделаны. Можно ныкаться прям. А еще есть тут всякие балконы, дома, которых, в принципе, тоже могут засесть люди. Но ложиться нельзя почему-то, странно. Минус два. I need your help. We are coming. Two kills. One player. I see you. Three kills. You killed our miss? Maybe one flower forest. I'm kill. Минус 4. Возможно, я своего убил. Вот, дождь пошел, прикиньте. А дождь заглушает звуки. Кстати, это прикольно сделано. Не слышно звуков в ходьбы. Я могу их лутать? Зеленые, кстати. А я кто? Я, возможно, своих убил, хрен его знает. Бля, тоже тагерсы. А я кто, бля? Я какой цвет?
Я мог своих задудонить, вообще в легкую. Под дождем бегать вообще ништяк. Потому что шагов... Их слышно, но они прям вообще так подавляются. Очень неплохо. Где-то вот в этом радиусе. Я не вижу вертолет. Перелазит он очень странно. Блин, здесь не перелезу. Вот не везде он цепляется. Радиус большой, кстати, по сути-то. Я не вижу вертолета. Уж кончается. Ах ты ж гад! Граната меня убил. Ладно, в общем, вот такая вот игрушка. Берите на вооружение. Демка есть, скачивайте, пробуйте сами. Прикольная задумка, интересная, но немножко пока ничего не понятно. И непонятно, почему нельзя поменять обмундирование в этом. Вот. Ну, как обычно, с вами был Артём. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчики. Приходите на стримы, все ссылки будут в описании. Ну и увидимся всем. Пока-пока.